Давай быстрее, Фиалка, если эти эмоции нас догонят, то мы испытаем на себе весь гнев, страх и отвращение, и все сразу. Давай, ну что ты делаешь? Куда, блин? Алло! Фиалка. Да все в порядке. Капец, все деревья посносишь и кусты. Тормози, вот здесь, тормози. Все, фух, давай, короче, тебе задание. Спрячь где-нибудь наш мотоцикл, понятно? А я здесь сейчас начну, выгружать наши ресурсы, и нам нужно будет срочно начинать копать бункер. И делать оборону, и вообще много всего. Сразу всё, можно снарягу взять. Так. Это сюда. Бери снаряжение себе сразу. Так, одеваемся, обуваемся. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Берем патрончики. Сразу все распаковываем. Ребята, короче, мы пытаемся убежать от эмоций. Вот этих самых эмоций, которые злость, отвращение и так далее. Потому что они нас преследуют от самого дома. Так, надо быстро соорудить какое-то убежище. Блин, надо начинать копать. Слушай, давай вот здесь. Кто будет бункер строить, ты или я? Это сюда. Опа. Ну, я, получается. Все, вот здесь начинай копать, окей? Я попробую что-нибудь вокруг сделать, но это, конечно, будет сложно. Ё-моё, а я даже... Ладно, хорошо, сейчас что-нибудь придумаем. Так, берем кирпичи. Берем. Да пока ничего не берем. Возьмем пока только кирпич. Так, раз, два, надо, короче, как-то здесь определиться. Значит, раз, два, три. И вот так вот по сторонам будем что-то небольшое здесь пытаться выстроить, потому что времени мало, и эти эмоции... Так, эти эмоции могут нас догнать и уже быть где-то неподалеку. Опа. Опа. Раз, два, три. Все, есть. Здесь поставил эту всю штуку. Так, здесь у нас будет мини такой залаз. Хотя залаз можно сделать и так. Не будет здесь этого мини залаза. Здесь мы все заложим. Так, это сюда. Слушай, ты можешь лестницу скинуть? Да, могу сейчас. Так, лестница и лючок могу сразу поставить, попробовать. На, лестницу тебе. Так, и люк. Как ты тут выкапываешь? Ага, вот так вот. Все, я понял. Все, люк поставил, смотри, открывай. Супер. Есть тебе такое дело. Тебе лестница нужна? Лестница? Да я даже не знаю, пока, наверное, нет. Я слушай, тебя сложу. Нам бы, короче, как-нибудь этот, я не знаю, надо, чтобы постоянно... Но я буду пытаться слушать, если закричит, короче, вот этот вот гнев, злость, эмоция, поняла? Ага. Так, если, короче, закричит, то сразу, чтобы ты сюда вылезла, и мы принимали, значит, бой, потому что, я не знаю, сам я, если что, тут вряд ли справлюсь. Так, это сюда. Хорошо. Это сюда, вот сюда, хорошо, действительно. Ну-ка. Я здесь уже сделал основную часть нашего укрепления. Надо будет еще вот сюда подъемчик такой сделать. Так, давай вот здесь вот, наверное, мы его соорудим. Так, ну-ка, опа. Да, вот так вот будет. Все, здесь быстро нужно заложить. Так, в эту сторону, в эту. Во все стороны быстренько сейчас позакладываю. И останется сделать только, получается, нам защиту, именно ловушки. Так, где они здесь? Опа. Этот шалкер забирать? Да, этот шалкер можно забирать. Его забираем, положим в этот шалкер. Шалкер нельзя. Ладно, окей. Так. Слушай, я скину тебе вот этот шалкер, окей? Хорошо. Я заберу отсюда защиту и всякие приколы, а сам шалкер я тебе отправлю вниз, чтобы ты его там где-то поставила. Так, это получается вот этот вот. Да, вот этот вот. Все, есть. Значит, теперь мы берем... И что делаем? А ты его скинул уже? Ну да, он у тебя там. Да он там застрял на лестнице. Серьезно? Блин, ну сори, я не знал. Так, ну-ка, шипчики. Точнее, не шипчики, а колючая проволока. Это дело все у нас здесь работает. Хорошо, замечательно. Ё-моё, ну опять не туда. Надо будет еще лазер попробовать как-то здесь установить. Я, конечно, не знаю, получится или нет. Так, есть, готово. Так, как бы лазер поставить? Наверное, мы его сделаем вот таким вот треугольником, попробуем. Вот здесь вот. Так, это получается три блока, да? Три блока. По центру и три блока. Раз, два, три. Вот сюда. Есть, хорошо. Надеюсь, будет работать. Раз, два, три. Потому что если работать не будет, то все будет печально. Раз, два, три. И вот здесь надо ставить. Все. Так, проверка лазера. Проверка. И... Нет, не работает, серьезно.
Ну ты чё прикалываешься? Почему? Может, дальше надо поставить? Так, ну-ка. Здесь тоже не работает. Слушай, как будто он вообще какой-то бракованный. Ладно, тогда обойдемся без лазера. Так, я, короче, залезаю внутрь, окей? Только у меня тут ничего не готово, если что. Ну ничего страшного, я могу тебе помочь что-то расставить. Или же вот здесь вот буду находиться. Ага, и принесешь этот. Кого? А, шалкер, точно, да. Сейчас все принесем. Так, он, теперь точно он у тебя. Все, вон, я скинул его. Так, это сюда, вот сюда. И я думаю, что здесь как бы все, готово. Так, ладно, я спускаюсь, потому что, типа, что мне тут делать, правильно? Это вот так вот, Эдж. Здорово. Да, нифига вот себе. Нужно. Слушай, да, я думаю, там локеры в нем были. Можешь локер поставить и туда положить шалкер. Хорошо. И надо будет еще, наверное, поглядывать. Все-таки зря я спустился. Может быть, это... Ох ты! Красный! Видел эмоцию? Я все поняла. Сейчас поднимусь. На тебе! Есть! Так, его вынесли. Его вынесли. Так, вот этого. Блин! Нифига! Нас тут окружили! Слышишь? У нас проблемисы. Так, ладно, спокуха. Я поняла сейчас. Я больше никого здесь не вижу. Это странно. Это реально странно, блин. Нифига себе. Откуда вы они тут вообще? Реально догнали, что ли? Это нам нереально не везет. Вот серьезно, постоянно куда-то встреем. Так, ну-ка. Ну-ка. Не, я никого не вижу. Слушай, так, тебе помощь там не нужна, да? Нет, а тебе нужна? Попробовать? Да не-не-не, я буду здесь дежурить, потому что я не знаю, что делать-то теперь. Лазеры я уже, наверное, не полезу ставить. Вот, потому что там что-то с ними не так. А как бы внизу... Короче, я буду здесь дежурить, это будет моя миссия. Здесь везде лес еще, блин, и ничего не понятно! Идут, блин, слышишь? Быстрее я сюда! Я поняла, я бегу! Блин, нифига тут их сколько! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Красные идут и оранжевые, здесь все эмоции! Ёлки-палки! Так, это проблемисы. Это прям конкретные проблемисы. Так, выпустите наверх. Нифига себе! Гранаты быстро. На! Опа! Как тебе граната, а? Так, я страху кидаю гранаты. Обеспокоенности вот этому тоже гранаты кидаю. Так, радости тоже пару гранат нужно закинуть. На, получайте. Фиалка, быстрее сюда, бросай бункер. Я поднимаюсь, ну чё ты? Тут вообще жесть. Какой так, ладно, кошмар. Может получится вот так вот поставить, а? Как вы думаете? Ну-ка, блин, я сбил эту штуку, ладно. Окей. Защиты, конечно, не хватает здесь. Как не хватает-то? Вон тут есть защита. Они подходят впритык и на колючую проволоку отравленную сразу вот попадаются. Вот именно, они могут подойти впритык. Ну а что еще делать? Так, гранаты. Ай, больно. Ай, енот. Осторожно. Давай, держись там. Ну-ка. Бам. Бам. Во. Вот сейчас неплохо парочка гранат залетела. Ай-яй-яй-яй. Это было больновато. Это вообще мимо полетело. Так, спокуха. Блин, что меня своими же гранатами откидывают? Что происходит? Нас тупо решили сейчас тут уничтожить эти эмоции. Я не знаю. Мы справимся-то? Сначала их было по одной, всего 4 или 5, сколько тут штучек их было. А потом просто целая куча. Идите отсюда. Вы чё, блин? Не-не-не-не, надо срочно лазеры ставить. Это жесть. Так, ну-ка, стреляем. Стреляем. Давай, быстрее. И вперед. Давай. На, получай. Так, этих красных всех завалил. Здесь. Ага, вот зеленая была еще. Все? Нет, вон еще лезет. Супер. Обалдеть. Закончилось. Так, короче. Ты пойдешь в бункер помогать мне все обустраивать? Так, какой бункер? Я лазеры здесь ставлю уже. Так, надо. Как надо сделать-то, а? Надо это сломать. Ты же говорила, что защита не очень. Это сломать. Нормальная защита, не надо на нее быковать. Она вообще-то нас защищала. Есть! Работает. Ладненько, я тогда пойду вниз. Давай быстрее там доделывай и вылезай сюда. Ой, я, кстати, увидел, куда ты спрятала мопед. Так, ну-ка, вот здесь поставим. Я его спрятала в надежное место. Ты не должен был его видеть. Почему? Я тоже должен знать, где он находится. Так, почему вот сюда не ставится? Я не понял. О, сюда поставилось, отлично. Отличненько. Так, теперь ставим вот здесь вот такую штуковину. Здесь сюда вот эту вот сюда. И у меня еще останется по одной, да? Да, у меня еще останется по одной. Работает. Обалдеть. Так, и теперь вот сюда ставим. Вот сюда. Ну и здесь, конечно, получится не супер красиво, я думаю. Хотя нет, смотри-ка. Опа. Нет, здесь не ставится. Надо переставлять. Хотя это тоже плохо очень. Почему? Это слишком далеко или что? Я не понимаю, как подключить последний лазер, фиалка.
Это очень-очень большая проблема. Я вообще не шарю. Так, ну-ка, давай сюда, подключайся, ну уже. Давай. Ух ты, блин. Ого, подключился. Неплохо. Так, здесь вот так вот поставим, чтобы никто пролезть не мог. Все, я лезу обратно в бункер, потому что тут может в любой момент начаться какая-то жесть. Так, все. Уже началась! Уже! А быстрее. Что так быстро? Поднимайся давай! Офигеть! Я уже устала туда-сюда подниматься. Перепрыгивают через лазеры, прикинь? Перепрыгивают! Вы чё? Ага. Вы чё, серьезно обходите все ловушки так легко? Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, патронов мало. Патронов мало. Слушай, если патроны кончатся, то надо будет лезть в бункер. И там, походу, будем отсиживаться. Почему опять их мало? Ну, блин, они тяжелые, много весят. Обычно, типа, нам столько патронов хватает. Но, блин, тут их чересчур много. Так. Ладно, у меня еще и были гранаты. Ну-ка, вперед, гранатный, поехали. Я на месте. Ох ты, блин! Нифига себе, нормально бабахнуло. Спасибо. Так, сюда пытаюсь гранату кинуть, но она не кидается. Вообще прям не кидается. Что за фигня? Надо сверху кидать. 16 гранат просто в никуда. Они даже не повзрывались. Это... Ты не умеешь их кидать просто. Давай ты сверху кидай, если у тебя гранаты остались, слышишь? Кидаю. Давай. Надо закидывать. О, вот ауч. Это нифига себе. Ауч. Нормально. Не-не-не-не, ты молодец, давай закидывай. У тебя неплохо получается. А я тут что-то как этот, не на профессионал, как нуб какой-то просто накидал гранаты и все. Так и есть, гранат это моя тема. Ну ладно, нифига себе, ее тема. Ладно, я потом тебя поспрашиваю, какие гранаты ты знаешь. Это вообще какая-то жесть. Смотри, понапрыгивали-то как, а? Вы чего? Они вообще, походу, не понимают, что перед ними находятся ловушки, на которые наступать вообще не стоит. Так, ну-ка. Хотя в их случае, вернее, для нас наоборот лучше, если они будут на них наступать. На все эти ловушечки. Так, хорошо. У тебя патронов сколько еще? Слушай, у меня что-то заканчиваются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть магазинов? Да. Серьезно, и все? Ладно. Ну, походу у тебя ситуация... Как мало было. Три сумки было. У тебя ситуация еще хуже, чем у меня, походу. Ну, у меня гранаты есть сейчас. У меня уже гранат нет, а патронов осталось... так, сейчас посчитаем, сколько. Получается 16, 20, 21 магазин. А у тебя какое оружие, то я не видела. У меня автомат на 30 патронов в обойме. Ну, у меня-то пулемет. Блин. У тебя одна обойма, как мои три, наверное. Или даже больше. Так, ну-ка. Сюда. Перезарядился. Пошел. Опа. Блин, у этих отвращений эмоций, у них прям очень что-то много здоровья. И у злости тоже очень много. И здесь, это вообще, что это за апокалипсис из эмоций? Ух ты, блин. Вау, ты что ты меня так пугаешь? Я тоже перепугался немножечко. От такого, блин, его крика аж не по себе, если честно. Но мы пока держимся, это хорошо. Главное, чтобы они не сломали колючую проволоку и не начали ломать наши бетонные укрепления. Так, здесь вот так вот быстренько стреляем. Ну, блин. Вроде бы мы с ними справляемся, но это вроде бы. Ага, вроде бы. У меня патроны уже почти закончились, 9 магазинов осталось. Так, ну-ка, только что было 21, или сколько я там насчитал? Да, 21 я насчитал тогда. Ну-ка, сюда, получайте! У тебя сколько? 4? 3? Вау! Магазина. Так. 3. Ну-ка. 3, пипец. У нас сейчас патроны просто закончатся, фиалка. И последний 100 гранат. Магазин один сохрани, я предлагаю, короче, в бункер залезать. Хорошо. Это уже? Жесть. Ну, а как? Один магазин сохраняй, а все остальное выстреливай и лезем в бункер. Гранаты мне кормлю и полезли. Ну-ка, получайте. Так, у меня осталось 3 магазина, блин. Очень быстро пули улетают. Они просто не заканчиваются. 2 магазина. Так, ну-ка, давай. И на тебя. И все, у меня остался один магазин. Выстреливаю последнюю обойму. Так, получай. Все, 30 патронов всего у меня осталось. Давай быстрее, спускаемся. Лезешь? Давай. 3, ты где? 2, давай. 1. Быстрее. Я закрываю. Давай. Опа, пошла. Так, я тоже спускаемся, закрываем люк. Обалдеть, ребята, это просто какая-то жесть. Так, вот здесь, я не знаю, ладно, ничего не будем делать. Фух, ну там и звуки сверху. Короче, я предлагаю, как обычно, посидеть в бункере, посмотрим, что будет происходить. Если там затихнет немножечко, то можно вылезти посмотреть. Ну а если не затихнет, то
Либо здесь останемся на несколько дней, либо можно начать копать туннель в какую-то сторону. В какую? Ну, не знаю, куда-нибудь сюда, например. Вот так вот, слушай, туда. Слушай, нам надо знать ландшафт, а то выкопаемся, и там будет речка. Да какая разница, уплывем тогда. Что нам еще здесь? Сидеть, что ли, до вечности в этом бункере? Я, если честно, не очень хочу. Поэтому давай сейчас немного отдыхаем. Если там затихает все, то, собственно, следуем плану.